Предлагаю вам рецепт вкусной икры из доступных продуктов, очень простой в приготовлении, пригодится для большого урожая свеклы. Чтобы приготовить икру из свеклы, овощи сначала нужно вымыть, затем отварить в кожуре и очистить. Измельчите в комбайне свеклу, варите ее в кастрюле со специями 15 минут, после разложите по стерильным банкам и закатайте. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовим согласно списку ингредиенты, свеклу отвариваем до готовности, в кожуре очищаем. Затем режем кусочками и кладем в измельчитель. Измельчаем до мелкой крошки. Добавляем к свекле соль, сахар, перец черный молотый, масло и уксус, перемешиваем. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Варим на медленном огне, постоянно помешивая, 15 минут. В стерильные банки раскладываем свекольную икру, затем накрываем крышками и закатываем ключом, переворачиваем вверх дном до полного остывания. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Свекла, 500 грамм, сахар, 75 грамм, соль, 5 грамм, уксус столовый 9%, 2 столовые ложки, растительное рафинированное масло, 40 мл, перец черный молотый, 1 щепотка, количество порций, 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До свидания, друзья!